Не знаю, де. Та пошти тут віком. О, вести буду еще как? Пополам, да, поделишь? Нет, этот раз. И на пополам не можешь вообще ловить. Чуть-чуть, там может даже тесто поменять. Спасибо. Даже тесто. Пожалуйста, отломи. Отломи, пожалуйста, да. Я еще любить буду. Подружка у них была, были здесь и писали о этих событиях произведения, а потом их читали в петербургском арт-кафе, называется «Бродячая собака». Гумилева после войны посадили в тюрьму и в 21-м году убили. Но это было после. Ну и весь мир в конце октября вспоминает об исторических событиях, в том числе не здесь, потому что он здесь был. И вот не случайно «Черное с белым», тогда было черно-белое кино, и в арт-пространстве все сделано черно-белого цвета, и тогда скажите, почему здесь ярко-красные ягоды осенних кустов? Может, ваши? Потому что осень. Угу. Еще это. А может быть, как вы говорили, ну да, Ахматова и еще одна. Цветаева. Вот, да, Цветаева. Может, они любили эти, ну, не погоди. Вот, вот сейчас абстрагируйтесь. Цвета черное-белое, белое мир, черная война. Красное выделяется. Кровь. Что тогда кровь? Кровь. Это кровь. Погибло так много русских солдат, германских солдат. И вот эти ягоды, они как брызги, как капли крови в войне и мире. Я вам просто говорю, что гуляя по форту, по любому объекту можно считывать информацию глазами. И когда у нас были вот операторы в воскресенье, они это увидели. Я вам об этом проговариваю, чтобы каждый раз, когда вы видите вот такое сочетание, думали, почему оно и что с этим связано. Так что это как брызги, как капли крови тех солдат, наших ребят, которые погибли здесь в 2014 году. Так, вот зачем вот так делать?